este restaurantul Versailles din Chicago, cel mai popular local pentru nunți și cumetrii preferat de cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul aici. Proprietarul restaurantului rus-moldovenesc din Chicago a emigrat din Moldova imediat după independența Republicii Moldova. Iar din cauza situației tensionate în regiunea transnistreană, guvernul american i-a oferit statutul de refugiat. Ну, в первую очередь, наверное, подтолкнула политическая ситуация, которая тогда, на то время, была в Молдавии. К сожалению, гибли молодые люди, был клич, в общем-то, все такое непонятное, что творилось. Я работал на профессиональной сцене, я преподавал на кафедре музыки в Бельском пединституте. Я в то время организовал международный фестиваль народной музыки, который назвали «Калинда». Председателем жюри был Николай Бадгросс, членом жюри был покойный Николай Сулак, Николай Глиб, Сергей Чухрий, то есть Тудор Колак. Я не знаю, сейчас работает он или нет в Министерстве культуры, он, кстати, очень помог нам. Мы занимались, начали свой бизнес именно через музыку, потому что это было намного ближе. Acum 23 de ani, Igor Foltușanski a început viața de la zero. Ajuns în Statele Unite ale Americii, a reușit să continue să cânte, îndeosebi la petrecerile și nunțile rusești. Iar mai apoi, această experiență l-a determinat să deschidă propria afacere. Este pasionat să adune comunitate de moldoveni la restaurantul său, pentru că aici poți găsi căldura și liniștea sufletească de acasă. Я видел все, что происходит в том ресторане, в котором я работал, изнутри. И я понимал, что людям нужно. Людям русским. Что имеется в виду русским? В Америке русские – это все те, кто приехал из бывшего Советского Союза. Это неважно, русский, это молдаванин, еврей, грузин, литовец. Русские вот и русские. Он, на самом деле, он очень отличается от всех других. Это не американский ресторан, это совокупность и вкусной еды, не просто вкусной, но и много должно быть. При этом это должен быть какой-то интертеймент, то есть музыкальное сопровождение, потому что это наши традиции. Мы так привыкли, где бы это ни было, в Ташкенте, в Кишиневе, в Тбилиси, в Москве, в Минске, в Киеве. Сегодня очень много молдаван, сегодня очень много с Украины людей. Опять-таки, мы не закрываем двери ни перед кем. Этот формат, он предусматривает так называемый Eastern European, то есть восточноевропейский. Это не значит, что только бывший Советский Союз. Это и поляки, это очень похоже по их меркам. Это и румыны, это и болгары, и мы их часто видим. Наверное, потому что на сцене есть молдаванка, которая поет и спокойно разговаривает по-молдавски. Потому что вы хотите заказать метитеи, вам приготовят метитеи. Вы хотите заказать сармали, вам приготовят сармали. Холодец, настоящий будет холодец. Токара, пожалуйста, костица. Astăzi, mii de cetățeni moldoveni, dar și imigranți din Europa de Est, îi pășesc pragul în fiecare an pentru a savura cele mai alese bucate tradiționale. Vrem să facem cumătria băieților, mai avem un copil mic acasă și ne-am gândit în ianuarie să facem cumătria băieților. Asta și-a fost motivul. Și vreți să o faceți în stil moldovenesc, da. Cu toate tradițiile, da? Tradiții ca acasă. Da, facem cum trebuie ca acasă, cum să nu facem așa, să fie omenești. În rest, nu știu, prețurile sunt convenabile pentru salariile și tot ce avem aici, sunt convenabile, da. De mult sunteți în Statele Unite? 4 ani jumate. Ce vreți să aveți pe masa de sărbătoare? Da, așa, stiluri, să vă spun cinstit, stiluri cred mari. Cred că mai mari. Mult mâncare moldovenească. Da, da, și restaurantul, uitați, directorul restaurantului tot este un moldovean de-al nostru, care poate și de mult e aici, noi nu știu, de abia prima zi am făcut cunoștință. Dacă compară perioada anului 1993 cu 2016, migrația este privită de către tinerii moldoveni drept o tranziție mult mai ușoară, pentru că atunci granițele Moldovei după URSS abia s-au deschis. Вы знаете, сейчас, на мой взгляд, молодым людям, приехавшим, неважно, ну, в данном случае из Молдавии, на мой взгляд, намного легче.
они переносят адаптацию это намного легче по многим причинам. В первую очередь, потому что сам мир стал открытым. Мы когда уезжали в 93-м году, мы кроме Румынии, Болгарии, ну, может быть, Польши, мы не видели ничего. А это все бывшие соцстраны. Поэтому мы же Советского Союза приехали, мы же дети Советского Союза, поэтому мы совершенно, у нас другое мировоззрение, другие взгляды, другие мысли, все другое. Statele Unite ale Americii îi conferă libertatea și posibilitatea de a-și vedea visurile realizate, fiind o țară unde antreprenoriatul este înalt apreciat, iar afacerile se dezvoltă pe seama creativității și a dedicației. Понравилось то, что можно здесь воплотить себя. Можно осуществить свои мечты. Да, надо работать, надо пахать. Надо, в самом деле, очень много работать. Ночами не спать, если я говорю о своем бизнесе, об этой специфике. Но ты видишь цель какую-то, и ты видишь, самое главное, видишь результаты какие-то. Ты можешь себе позволить поехать отдохнуть, потому что ты поработал, заработал, можешь поехать отдохнуть. Ты можешь приобрести какой-то дом, купить и так далее. То есть в экономическом, финансовом плане, бесспорно, здесь намного больше шансов добиться чего-либо. De multe ori s-a gândit să revină pe meleagurile Moldovei, să activeze cu același succes, însă o doză de frică și de neîncredere îl reține în Statele Unite ale Americii, dat fiind și situația politică incertă din Republica Moldova. Este la curent cu ceea ce se petrece acasă și în același timp resimte o compătimire pentru băștinașii care au rămas în Moldova. Были мысли, может быть, вернуться полностью, наверное, нет. И вот из каких соображений. Не потому что я боюсь там чего-то. Нет. Просто у нас две дочери, которые американки. Они уже американки. Да, они разговаривают по-русски. Да, они разговаривают, даже вот жена постаралась по-молдавски кое-как, но разговаривают. Но они по своему нутру. Они американки, они там потеряются. Мне очень жалко этот народ, я вам откровенно скажу, потому что это трудолюбивый, очень хороший, добрый народ. Но вот такое то, что происходит, там обнищали полностью, и то, что воруют, то, что уносятся куда-то, эти миллиарды куда-то пропадают. Не знаю, правда или нет, мне это тяжело судить, еще раз повторяю, особенно здесь, будучи за столько километров. Criza economică din SUA l-a afectat și pe Igor, însă sentimentul de antreprenoriat l-a ajutat să meargă înainte și să nu lase mâinile în jos. Afacerea este ca și un copil, care necesită mereu investiții, dezvoltare și dăruire, mai explică Igor Foltușanski. Nu, конечно же, есть провалы. Они не могут не быть. Кризис, который зацепил весь мир, особенно мы ощутили здесь, в Соединенных Штатах Америки, 7-й, 8-й, 9-й год, было тяжело, было очень тяжело. Потому что если сегодня живешь, и у тебя есть сегодня успех, и ты хочешь под себя все загрести, как говорится, ты не вытянешь, надо думать о завтрашнем дне. Когда у нас слабовато, я начинаю что-то приобретать. То есть тратить, как говорится, деньги. Я знаю многих бизнесменов, которые наоборот закрываются. Ой, надо выдержать, надо перетерпеть. Но перетерпеть так, а завтра что же будет? Мне кажется, бизнесменам надо жить не сегодняшним днем, а надо двигаться и думать, ну хотя бы на шажок, а то и другой вперед. În Chicago locuiesc peste 20.000 de moldoveni, mulți dintre ei au obținut dreptul de a munci și de a deveni rezidenți datorită loteriei Green Card. Aici s-au stabilit și își continuă viața departe de casă, dar nu au renunțat la tradiții și cultură pentru că astfel se simt mai aproape de baștina.